Анонс и точная дата выхода первой серии нового российского сериала «Полет». Премьера первой серии сериала состоится 25 января на телеканале ТНТ. В первой серии сериала мы увидим, как сотрудники юротдела московской строительной компании собираются лететь в Пермь, делиться опытом со своими коллегами из филиала. Уже в зале отлета коллеги понимают, что они перепутали аэропорт. Секретарша не перепроверила электронные билеты, и теперь им придется сидеть в терминале до самого вечера в ожидании другого рейса. И вдруг на экране телевизора они видят, что самолет с их рейса, на который они опоздали, разбился почти сразу после взлета. Произошла авиакатастрофа. Впоследствии эксперты вынесут заключение. Причина трагедии – неисправность самолета. Пережитый стресс, близость к смерти заставляет юротделовцев задуматься о своей жизни, прийти к глобальному переосмыслению своего прошлого и настоящего. Напомним, премьера первой серии сериала состоится 25 января на телеканале ТНТ. Если вам нравятся российские сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.